Привет, подружка! Как думаешь, насколько правильно ты подбираешь для себя трусики? Не можешь ответить точно? Давай разбираться вместе. Правильный выбор белья не только влияет на красоту и комфорт девушки, но и на ее здоровье. В этом видео я научу тебя всем хитростям подбора трусишек и ухода за ними. Ведь это очень важно! И кстати, напиши в комментариях, какой теме посвятить наше следующее видео. Победит и попадет в видео та подписчица, чей комментарий наберет больше всего лайков. Поспеши! Первое. Материал. Выбирая трусики в магазине, в первую очередь обращай внимание на ткань, из которой они сделаны. Она должна быть дышащей, как, например, хлопок, микрофибра, сатин или шелк. Это нужно для того, чтобы на наших половых органах не размножались вредоносные бактерии. В трусиках из ткани не дышащей, синтетической, воздух задерживается и нагревается. И чем жарче нам становится, тем больше размножаются бактерии. А это приводит к различным заболеваниям, как, например, молочница. Особенно важно, чтобы кармашек на трусиках, ластовица, была из натуральной и мягкой ткани, ведь именно эта часть трусиков соприкасается с самыми нежными нашими участками. Второе. Размер. Трусики должны быть тебе по размеру. Если они маловаты, лучше не одевай, они могут натирать, сдавливать органы малого таза и препятствовать нормальному кровообращению в пояснице, а в трусиках большого размера ты будешь испытывать дискомфорт. Потому при покупке растяни руками резинку трусов по максимуму и приложи к своим бедрам. Если швы на трусиках оказались на том же уровне, что и швы на штанах, размер тебе подходит. А в идеале, если есть возможность, померяй трусики поверх своих, ни в коем случае не на голое тело. И потом дома обязательно постирай покупку перед использованием. Третье. Фасон. Трусики должны быть еще и красивыми и подчеркивать твою фигуру, не так ли? Если цвет и рисунок – дело вкуса, то фасончик лучше выбирать, отталкиваясь от своего типа фигуры. Какие бывают эти типы и как определить свой, ты можешь узнать из нашего видео на канале. Вот, кстати, ссылка на него. Какой фасон трусиков подходит каждому из типов фигуры? Слипы. Слипы – это классические трусы на каждый день, которые закрывают ягодицы на 3/4 или целиком, что и обеспечивает комфорт. Они шьются с завышенной талией до середины живота и имеют вырез до середины бедра. Слипы в любом виде будут замечательно смотреться на девушках с фигурами песочные часы и груша. Шортики. Модель нижнего белья, напоминающая мужские боксеры, это шортики. Они невероятно комфортны для спорта и просто на каждый день. Модели женских трусов шортиков могут быть как прилегающими к телу, так и свободными. Лаконичные шортики темных цветов будут идеально смотреться на девушках с типом фигуры груша. Бикини – это популярный вид белья, более известный как часть купального комплекта. Однако есть множество моделей бикини и для повседневной носки. Эти трусики представляют собой два треугольника, соединенных сбоку тонкими полосками ткани, завязками или резинками. Часто трусики бикини зрительно увеличивают объем бедер. Благодаря завязкам такие трусики будут хорошо смотреться на девушках с типом фигуры перевернутый треугольник или прямоугольник банан. Хипстеры. Этот вид трусов – что-то среднее между шортиками и бикини. Хипстеры имеют заниженную линию талии, имеют широкую резинку и полностью закрывают попу. Они могут добавлять объем ягодицам, учитывайте это при покупке. Лучше всего такая модель трусиков подойдет девушкам с типами фигур – перевернутый треугольник, песочные часы и круг. Стринги. Название модели переводится как завязка, веревка или шнурок. Это наиболее открытый и очень популярный вид женских трусиков. Стринги могут выручить тебя, если ты не хочешь, чтобы трусики просвечивались сквозь облегающее платье, например. Но постоянная носка стрингов может привести к натиранию кожи в промежности и раздражению, что будет доставлять дискомфорт. Это нужно учитывать. Стринги подойдут девушкам с фигурой песочные часы и перевернутый треугольник. Девушкам с типом фигуры груша советую выбирать стринги, если хочется дополнительно акцентировать внимание на широких бедрах. И четвертое. Гигиена. Менять трусики нужно каждый день, чтобы на них не развивались бактерии и неприятный запах. Если ткани или резинки трусов растянулись, цвет выстирался, да и в целом белье потеряло вид, значит пора заменить их на новые. Ведь в новом и классном белье даже чувствуешь себя увереннее, скажи. А какие трусики носишь ты? Поделись с нами в комментариях и отправь это видео своим подружкам, ведь так важно, чтобы мы все были красивыми и здоровыми. Это были секреты юной леди. Пока-пока!